Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Нередко они становятся основным источником информации. Мы решили использовать все преимущества интернета в рубрике «Лайфсеть». Я Александр Авазов. Сегодня в выпуске. Ворошиловский мост начнут разбирать в сентябре этого года. В июне начнется демонтаж временных опор. После того, как будет завершен демонтаж среднего подвесного пролета, работы будут вестись одновременно в двух направлениях. Полностью закончить работы по разработке Ворошиловского моста планируется в ноябре 2015 года. Сейчас выносят коммуникации с моста. На правом берегу начато строительство подстанции, которые будут подведены электрические сети. Как старожил, помню строительство и открытие моста. Нас, десятиклассников 45-й школы, привели к мосту. Затем, после подъезда груженных машин, мы прогулялись по мосту. Строили по чехословацкой технологии. Так рассказывали, клееными балками. Кстати, гарантия была. Опять же, как говорили, 50 лет. Так что довелось увидеть рождение и смерть моста. Грустно, однако. Парк Горького. В парке играет саксофон и первые вестники тепла. Красные мокасины. В Ростов пришла весна. Ростовчанка стала участницей музыкального проекта «Голос дети». К Ирине Морозовой повернулись сразу все члены жюри – Дима Билан, Пелагея и Макс Фадеев. 14-летняя ростовчанка предпочла последнего. Ира исполнила песню «Эдит Пиаф», «Non je regrette», «Риан». В конкурсе участвуют дети от 7 до 14 лет. Из 8500 заявок музыкальная редакция Первого канала отобрала сотню самых достойных. Вот что написала о себе Ира на своей страничке в социальной сети. С детства я искала себя в разных жанрах творчества. Ходила на фигурное катание, танцы, рисование. Но мне всегда очень хотелось петь, выступать на больших сценах, дарить людям положительные эмоции. Первый раз я выступила в 6,5 лет. Наверное, это был один из самых ярких моментов в моей жизни. Желаю успеха! Спела очень здорово, выглядела достойно, можем гордиться! Обожаю ростовскую весну. Утром снег, днем дождь, а сейчас к вечеру прям-таки весна настоящая. Солнце и тепло. Не удивлюсь, если через неделю будет плюс 20. Это Ростов. Обломов едет в Ростов. Солист группы «Чебоза», певец и музыкант, а также наш земляк, выступит в клубе «Бухарест». Его песни ироничны и злободневны. В своем творчестве он рассматривает все актуальные вопросы той жизни, которой живут россияне. Проект «Вася Обломов» начал свою историю в мае 2010 года, когда в сети появился клип на песню «Магадан». К августу он собирает более 300 тысяч просмотров. Были совместные проекты со Шнуровым, Noize MC, Ефремовым, Кастой и другими известными артистами. Концерт состоится 28 марта в 21:00 по адресу улица Проселочная, 9А. Сегодня решали с семьей, на какой фильм пойдем. Долго спорили, и в итоге папа сказал: или проводим референдум, или я автономно иду на 300 спартанцев. 12 апреля объявлен днем древонасаждения. Департаментом лесного хозяйства разработан план мероприятий по подготовке и проведению этой широкомасштабной акции. Определяются места посадки деревьев, уточняется количество участников и количество необходимого посадочного материала. Уже подготовлена необходимая техника для посадочных работ. В празднике примут участие 800 работников лесного хозяйства. Планируется высадка 1500 гектаров молодого леса, 85 тысяч саженцев сосны, голубой ели, туи, можжевельника и дуба ждут своего часа. Надо такие мероприятия чаще устраивать, с нашим-то уровнем экологии. Например, хотят жители города аллею или небольшой парк, выделить участок земли, закупить саженцы деревьев и отдать это в руки жителей, которые будут стараться сделать все аккуратно и красиво.